Друзья, всем привет! В эфире Марчелло ТВ. Ну что, я добрался до своего прицепа опять. Ну, короче говоря, точнее, что от него осталось. Вот решил вам показать. Короче говоря, сейчас я вам все покажу. Опа! Вот, значит, вот так его разобрали. Все открутили. Все сняли. Остался только каркас, ось. Так, пойдемте посмотрим, что у нас с другой стороны. Так он у нас выглядит. Стоять. Короче, дышло осталось. Мост. И, в принципе, все разобрали. Ждем, говорят, запчастей. Что хочу сказать. Есть кое-какие проблемы, потому что нет кое-каких запчастей в наличии. Поэтому сейчас будем думать, как что делать. Мы собрались еще в одно, скажем так, снегоходное мероприятие, а у меня прицепа нет. Вот что от нее осталось. Короче, я немножко переживаю, успею мы в срок или нет. Но мне кажется, что не успею, придется у кого-то в аренду его брать. И сейчас задумался по поводу, до этого не было в планах, по поводу покраски. Потому что на самом деле все ржавое уже, вся ось ржавая. Вот этот оцинкованный материал. Еще раз посмотрите. Про что я, помните, в прошлый раз говорил? Вот он. Вот он. Это все впитывает и будет на самом деле не есть красиво. И вон, вся ось уже ржавая. Я, конечно, понимаю, что это на всю жизнь может хватить этой ржавчины. Чисто эстетично даже, если уже такой капитальной переделкой занялись. Ну, короче говоря, прицеп еще не готов. Будем ждать, когда он будет готов хоть более-менее как-то. Поэтому что снимать, другое я не знаю, что про него рассказывать. Но планов громадье. Должен туда и квадрик влезать будет, и потом снегоход заезжать. Ну, не вместе, конечно. Короче говоря, продолжаем смотреть Марчелло ТВ и следить. Что я буду делать с этим прицепом? Еще раз посмотрите со стороны, как он выглядит. Кстати, вон там рядом на заднем фоне тоже какой-то прицеп стоит. Посмотрим, что у меня получится. Еще раз обойдем. Такая платформа в итоге от него осталась. Короче говоря, всем пока.